Работы этих мастеров видел и держал в руках каждый гражданин Советского Союза, но их имена знали единицы. Их не принимали в Союз художников СССР, о них редко писали газеты, из-за специфики производства не проводили выставки работ. Наша съемочная группа решила своими глазами взглянуть на работы художников-граверов. В советское время сделано по стандартам госзнака означало высшую оценку качества. Каждая гравюра, как любое произведение искусства, несло в себе не только душу и индивидуальность гравера-художника, но и высокую технику исполнения. Я тогда пришла к маме и стала ее просить: «Мам, давай, расскажи». Ну, она долго сопротивлялась, говорит: «А кому это интересно, а что рассказывать-то?» Мы просто работали, мы просто делали свою работу. Но я не подходили к тому, что это работа. Но в то же время работа, которая она всегда приходила, говорила: какая же я счастливая, какая у меня интересная работа. Как Юрка рисует, как Витька рисует. Это же вообще такой, ну, вот этот восторг, вот это восхищение всегда вот этими коллегами. Экспозиция успела побывать в Дрездене, Берлине, Мадриде, Москве и Московской области. И вот теперь приехала к нам, в Радугу. Выставка делится на два раздела: работы старшего поколения, денежные купюры, марки и документы, их учеников, шаржи и карикатуры. У присутствующих на открытии была уникальная возможность увидеть мастер-класс от известного во всем мире карикатуриста Владимира Мочалова, который также был художником-гравером госзнака. Карикатурист всегда ищет объект критики. И как в хорошем государстве обязательно должны быть критики. Они должны критиковать, кусать со всех сторон, чтобы царь-государь мог оглядываться и проводить политику, которая бы скорректированную, будем так говорить, политику. Вот для чего нужны карикатуристы. У любого секрета есть свой срок давности. Открытое общество работы является настоящими произведениями искусства. Ведь их художественное оформление оказало влияние на культуру целой страны и всего народа. Екатерина Кудряшова, Андрей Спиридонов, Республика.